Кузьмин Николай, мастер спорта Санкт-Петербурга. Его личное достижение 54 подъема. Он является победителем первенства России среди юниоров прошлого года. Прошла 1 минута. На помосте номер 2 старт принял кандидат мастера спорта Владимир Петров в Санкт-Петербург. Его лучшее достижение 28 подъемов. Помощник номер 3. Лучшее достижение Александра Цветкова. Движение 61 подъем. Он является чемпионом России в эстафете прошлого года. И также чемпионом России и мира среди юношей и юниоров. Помощник номер 4. Лучшее достижение в этом движении Андрея Сергеев, кандидат в мастера спорта и в области 45 подъемов. Помощник номер 5. Скворцов Александр, кандидат мастера спорта, город Елец, Витебской области, лучшее достижение 43 подъема. Помост номер 6. Борисов Александр, Екатеринская область, 41 подъем. 2 минуты прошло. Как среди юниоров,